Бүгінгі біздің қарманымыз жаш дизайнер Олег Ермаков. Ал 2004 жылы iPhone 8-дің дизайнын жазап, ел сынына қойғын. Анын дизайны көпчілікі жағып, шетелдік басылмаларда жазып шығышқан әлі. Кейін 2015 жылдың февраль айында аталған дизайнды белгілешкен Америка қытайлық компания сатып алған. Алғач қарманыз туралы ұшқай айта кетсек. Олег Ермаков 1987 жылы Ош облысының Өзгөн районында жарық дүниеге келген. Ел аралық университетін ел аралық компьютердік тармақ факультетін аяқтаған. Ал эми дизайнерлік кесіпті өз өздөштүрүп алған. Қарманыз сөз башынан болсын деп iPhone 8-дің дизайнын жасауға қандайша қызығып қалғанын мындайша баяндап берді. Я помню, вышел вот этот шестой, да, когда шестой публиковался, мне просто не понравился. Он хороший, никто ничего не говорит, он приятный, он хороший, он, но что-то в нем такое, они классику какую-то что ли добавили, не знаю, вот это стандартно. И я как раз перед тем, как iPhone вышел, я и свою версию делал, но я потом немножко, я же ее забросил и занимался машиной. Потому что у меня просто цель, у меня каждый год я должен сделать концерт машины, я это еще в 2011 году себе такой, знаете, план поставил. И публиковал машину. А потом как раз вышел шестой, и у меня такое чувство хорошее было, что мой вообще не похожий. То, что вот я планировал, вообще кардинально изменился. И я помню, решил вторым проектом, я его опубликовал после машины, и так получилось, что людям очень понравился. Когда есть идея, ты же ее быстро создаешь, работаешь. А когда уже работаешь непосредственно с заказчиком, тет-а-тет, то там все, знаете, столько, какой динамик, какие отверстия. Начинаешь менять отверстия, где-то отверстие немножко не подходит, начинаешь это все, например, надо было подвинуть отверстие повыше, и по 3D-сетке это же не просто сделать. Там, когда идет все это закругленное, ты начинаешь это поднимать, и начинают вот эти все где-то неровности выскакивать. И у тебя уходит целая куча времени опять вот это все исправлять. То есть вот такие моменты, они достаточно берут силы времени. А у меня, видите, у меня цели одни. Для кого-то удобство. Мне говорили, он же будет говорить, он же будет царапаться, как ты сделал стекло. Хочется сказать, еще в 2011 году вышла интересная передача от «Разрушителей легенд». Они рекламировали американскую компанию, которая занимается производством стекла с 18 или 17 веков. И вот они там показывали, что сейчас уже есть такие стекла, которые вообще не царапаются. Вы хоть гвоздем вот так проводите, сильно хоть давите, они не царапаются. И хочется людям сказать, ребят, ну, господи, когда-то самолеты не летали, а вы говорите, что стекло будет царапаться, смешно. Поэтому, кстати, насчет стекла. Там была конструкция, что оно литое полностью. И вот мы когда делали, там все-таки пришлось его вверху и внизу разделить. Потому что это очень сложно и дорого в производстве. Интернетке тараған жаңы дизайн көпчіліктің көңілін бұрған. Бірнеше ай арғандай сұныштар келіп, ақыры бірін таңдауға тура келген. В течение нескольких месяцев были предложения, некоторые даже смешные были. Кто-то хотел, знаете, под видом того, чтобы сделать видео на него, хотел его якобы выкупить. То есть, на самом деле, тут, я бы сказал, надо немножко быть внимательным, потому что многие такие вещи нельзя просто вот так делиться, отдавать. Кто-то написал тебе и сказал, а давай мы сделаем видео. Слушай, да, вот, я сделаю видео, и ты его тоже разместишь. Но если он собирается делать видео, то ты ему отдашь 3D-модель, а это все, он ее может тоже продать. То есть, поэтому многие предложения я просто ждал. Кто-то, знаете, вообще за мизерную, смешную сумму предлагал, и хотелось ему ответить, что очень смешно. Очень. Поэтому где-то через 5 месяцев написал вот достаточно серьезный человек, и я даже не раздумывая. Все, он сразу сказал, так и так, так, у нас есть планы, мы хотим его производить. Поэтому мы у тебя выкупаем и права, и мы хотим, чтобы ты по нашим требованиям, с нашим инженером, многие элементы доработал. Поэтому. И вы доработали, да? Да, мы полгода работали. Там сложности были. Я прочитал комментарий, кто-то написал, полгода он занимался ерундой и ничего не изменил. Я же не показывал то, что мы сделали, там же никто не видел. Они думали, увидели старые фотографии, думали, что это то же самое. Там у них, знаете, очень сложная система камер. Они встраивают двойную камеру вообще. Поэтому там пришлось нам из-за того, что
постоянно камеры меняли положение, они думали, как сделать, там внутри целая система линз. То есть такого нету еще. Это вот их какая-то разработка. Поэтому вот эти вот камеры, они у нас взяли месяца 2-3, наверное. Пока мы каждый миллиметр инженер требовал то сюда подвинуть, то сюда подвинуть. Это сложно было. Купила американская, китайская. Там просто в телефоне, знаете, будет сзади написано, что кое-что от Китая, а кое-что основное от Америки. И насколько я знаю, он говорил, они продаваться будут в Америке. Название бренда? Нет, не могу, нельзя. Это абсолютно. Они, дело в том, что могу сказать, что они его меняли. Меняли. Мы когда работали, мы работали с одним названием, а потом переделки были, и мы название изменили. То есть они мне запрос прислали, какой-то логотип, давай меняй. Поэтому это вообще нельзя. Потому что там же не стопроцентный факт, что телефон прям выйдет. То есть они его собираются, планируют делать, но насколько вот я знаю, столкнулись, это же очень тяжело вообще все это поставить на поток. Сказать, что они как бы сейчас все это там все продвигают, двигают, и может быть год, может быть. Да, поэтому мне некоторые написали, знаете, что вот это вот отрезок времени, это очень плохо для таких телефонов, что через год дизайн уже немножко будет старый, по-любому. И как ни крути, а он устаревает. Через год ему уже будет 2 года. Получается, что у них там получится, я не знаю. Хотелось бы, конечно, быстрее, но будем ждать. Ну, продали все-таки. Да, сам факт того, что купили, да, это радует. И то, я продал его еще, сейчас скажу, в феврале, по-моему. Вот в прошлом году, в феврале. И я забыл об этом давно. Это просто в этом году я с ним в ноябре списывался. И он сказал, что... Я говорю, знаете, у меня вот спрашивают журналисты судьбу айфона, всем так интересно. Я говорю, я могу сказать, что я продал просто его. Он говорит, да, ты уже можешь, только ничего не называй, просто скажи, что так и так. Никаких больше подробностей не говори. Окей, окей. Учурда Карманус дагы бир долбоордун үстүнөн иштеп жаткан чагы, ал тууралуу буларга токтолду. С этой компанией, которой мы делали телефон, там был еще другой проект. Там, знаете, что делали? Делали приспособления для iPhone 6 и 7. Интересный тоже фото... Как это называется? В общем, это такой гаджет, где вы телефон вставляете, а там уже в нем встроена камера. Классно. И поэтому, какая бы ни была у вас классная камера в телефоне, в этом приспособлении она гораздо лучше. У них там через линзы и все. Поэтому просто вставляете, он сразу синхронизируется, и вы фотографируете у вас как полупрофессиональная зеркальная камера. Классная штука на самом деле. Ну, вот я бы себе не взял, но люди, которые любят фотографировать, для них это супер, потому что там две камеры, у них какой-то там супер линза, увеличительная система, то есть достаточно, как я понял, качественные фотографии будут, очень даже качественные. Ошондой эле Алек Эрмаков алдыдагы пландары менен да бөлүшө кетти. Есть 2 интересных проекта с автомобилем. Один автомобиль я нарисовал в феврале прошлого года и отдал уже. Они хотят его создавать. И это в Кыргызстане. В Кыргызстане? Да. Как Карагер? Да. Только там автомобиль уже выглядит как, скажем так, настоящий, полноценный автомобиль. Скажем так, автомобиль, не буду рассказывать, что это как. Поэтому я надеюсь, у ребят все получится. Мне очень понравилось, что получилось. Дизайн не мой. Они дали мне скетч, как это все должно выглядеть. Mm-hmm. И чертежи. И я это все привел в должный вид и по своему опыту создал, как это все должно быть. Потому что там по блюпринт называется, чертежи. По чертежам там это все выглядело не, ну, как скажем так, не то чтобы не профессионально, не по канонам автоиндустрии, да, когда многие аспекты должны быть соблюдены, вот эти все детали. Поэтому то, что получилось, мне очень понравилось, я надеюсь, у ребят все получится. Будем ждать. И еще один проект автомобильный, но там я не знаю вообще, что там получится. Там не от меня просто все зависит. Поэтому планы попробовать что-то, знаете, связанное с настоящим автомобилестроением.
Оба, чынында қарманыздың емгеге қырғыз елі таланту қыз жігіттерден кем емес екенін дәлелдеп тұрады. Андықтан жаш дизайнерге игіліктерді қалайлы.